Все готово, мой царь. Скажи, Дианек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Ah!
Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ксеркс отправил овец на бойню! Ну же, перст! Я принесу Ксерксу твою голову, спартанец! Попробуй! Мой сын дерется лучше тебя. Я убью тебя, и все сыновья Спарты станут рабами Ксеркса. Они скорее умрут. Ха-ха-ха-ха, так можно и так. Скиф без армии, кто защищает тебя? А кровью истекаешь ты. Спартанцы! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут. Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица! Это был день, который персы не смогут забыть! А завтра будет день, который запомнит всяк живущий! Наконец. Ух ты! Надо же, Лейла! Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию.
Давай не будем торопиться. Ясно, но если захочешь острых ощущений, я в любой момент могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Мне нужна вся информация, что есть. Я не собираюсь блуждать там вслепую. Как скажешь. Если передумаешь, дай знать. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Aresti toni toro id ira rosi tus tolundas e cardius tus copi ton son tu pagalis non quitas pen fixilio. Клоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее к козе. За ту неделю! Малака! Циклоп сказал, ты беспощадна. Так нападай! Только подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. Ты получишь. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклопа! Зато каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь.
Что с тобой стряслось? Ничего, все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как тебе, Кассандра? Может, попросишь его? Феба, мы об этом говорили. Знаю, знаю. Он просто орел. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. А, чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Что? Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так Маркус должен мне, но скупает виноградники? На чьи деньги? Не знаю. И где мне искать его новое дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я скажу ему, что ты придешь. Больно. Довольно. Скажите своему уродцу, что если он пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркусу. Вот только оденусь. Феба опять спала здесь. Бедняжка. Ей некуда податься. Наверно, пожалуй.
Ой, запах ужасный. Пора его опорожнить. О, боги! Что здесь произошло?
За то, что я пощадила вас? Ха, грубиян. Вот его виноградник. Впереди. Выглядишь скверно. Думаю, я разгневал их. Богов. Вот как. Убийство? Нечестивость? Что ты? Я поклонялся Гермесу в пещере Драгорати. Там живут боги. В пещере? Они исполняют желания. Нужно просто сделать подношение и попросить что-то взамен. Ах. Но Гермес глух к моим мольбам. У меня кончаются деньги и дары. Ведь я не богат. Где же я ошибся? Это ведь Гермес. Тот еще обманщик. О, но в пещере много богов. И всем нужны разные вещи. Сходи, послушай. Я отдам тебе последний дар. Выясни, реальны ли они. Ладно, не бойся. Я схожу. О, спасибо. Не забывай, ты ступаешь по священной земле, так что будь осторожна. Это не точно.